Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Джованни Сиродин, швейцарско-итальянский художник периода раннего барокко. Родился в 1600 году в семье штукатуров в Асконе, в кантоне Тичино, современной Швейцарии. Тяготел к Риму и там развил своеобразное выражение стиля караваджист. Его стиль отличается размашистостью и яркостью некоторых северных кавраджистов, таких как Лис, Строци, Фети, которые были активны в Венеции. Однако некоторые полотна Сиродина демонстрируют провинциальную эксцентричность, например, коронация Богородицы в Асконе. За свою короткую зрелую карьеру он создал несколько очень эмоциональных тенебристских полотен, таких как «Иисус среди мастеров», находится в Лувре, «Иисус и деньги» Дани, Национальная галерея Шотландии, «Святой Лаврентий, раздающий милостыню», «Обезглавливание святого Иоанна Крестителя» и так далее. Умер 21 декабря 1630 года. Вот такие небольшие данные, которые мне удалось найти о Джованни Сиродини, швейцарско-итальянском художнике периода раннего барокко. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.